Намасте, привет всем. Это видео будет для тех, кто вообще впервые держит флейту свистковую в руках. Только знакомиться с ней. Я это видео буду писать для ребенка, так что постараюсь максимально простые какие-то примеры показывать поэтапно, пошагово. Итак, поехали. Итак, вот у нас первый раз флейты в руках. Давайте начнем с того, что просто... Ну, во-первых, можно посмотреть, чисто ли у нас канал, нет ли каких-либо мусоринок, что он просматривается четко. И просто попробуем извлечь звук. Просто дунуть. С разной силой. Мы можем заметить, что когда дуем слишком слабо или слишком сильно, звук срывается, то есть звука не происходит, и только при определенном давлении звук есть. Мы можем почувствовать примерно середину диапазона этого давления, и это будет оптимально, ну, может быть, чуть-чуть ниже на 5-10% этой середины. Это будет оптимально для давления, для извлечения звука на вистле. Также важно, как мы направляем звук свисток. У меня прошлое, ну, недавно есть видео, записанное об этом. Наверное, оно будет называться «Улучшение звука на вистле, свистковой флейте». В общем, я сделаю где-то тут ссылку. Посмотрите его. Ну, вкратце, суть в том, что звук можно струей воздуха направлять рассеянно, просто дуть, а можно... Держа язык в тонусе, губы, подключая щеки, гортань, направлять воздушную струю точечно, создавая очень уже тонкую струю, чтобы она соответствовала нашему каналу в проекции и прямо в него заходила. То есть не дуть не так, а вот так. Вот разница. Даже на одной ноте. И... Затем можно приступить к изменению высоты звучания. Мы начинаем с самого верха. Если у нас в данном случае нет обратного отверстия, вистл с классической настройкой, 6 отверстий спереди, мы начинаем с самого верхнего спереди, закрываем его плотно, открываем. Переходим к следующему. Надо обратить внимание на то, чтобы каждый раз, когда мы закрываем какое-либо отверстие, оно должно быть закрыто плотно. Или если у нас где-то будет какой-то зазорчик, а у нас звук, ну, то есть воздух будет пытаться выйти, у него это не будет особо получаться. Короче, звука не будет, будет срываться, поэтому на протяжении, на всей, так сказать... На всем диапазоне высот надо следить за тем, чтобы все отверстия были плотно закрыты. Итак, мы двигаемся сверху вниз. Мы закрыли сначала первое отверстие. Теперь, не открывая верхнего отверстия, мы закрываем следующее. И открываем. Потом верхнее. То есть, если мы работаем со вторым отверстием, первое мы всегда держим закрытым. Переходим к следующему отверстию. Если на этом этапе мы, у нас все хорошо со звуком, также на середине помним о давлении, то, что если мы дуем слишком слабо, звук не получается. Если как-то слишком под углом или рассеянно, тоже звук будет не очень. То есть, стараемся звук сделать почище. Переходим к следующему отверстию. Если там... Поначалу неудобно закрывать одной рукой, три отверстия можно воспользоваться второй рукой. Вот
Сейчас я добавил небольшой вибрато уже к звуку. То есть наше дыхание напрямую влияет на звук. Я с помощью диафрагмы поток сделал немного таким волнообразным, неровным, а получился такой звук. Все это делается за счет мышц диафрагмы живота. Итак, переходим к следующему отверстию. Опять-таки, если у нас третий палец здесь еще не чувствует себя свободно, можем использовать пока тут вторую руку. И переходим к следующему отверстию. То есть все верхние у нас закрыты, а закрываем четвертый сверху. И делаем какие-то... У нас уже достаточно возможностей для движения. Пробуем разные движения. Можем открывать по два отверстия сразу, но при этом следить, чтобы самые верхние, предыдущие, всегда были закрыты. Различные движения. Ну, спускаемся дальше по мере нашего закрепления. Следующая нота. Это вистл-соль. Если что... То есть нижняя нота соль, средняя получается до. То есть сейчас сыграли ноту си, сейчас уже ля. И самая нижняя нота звучит так. Вот весь диапазон. Если у вас достаточно роста, вам удобно закрывать все вот нижние три отверстия подушечками. Это, в принципе, нормально, но на более басовых флейтах есть такой... особенно на очень больших. Если мы будем закрывать нижние отверстия подушечками, еще возьмем в игровое положение флейт, у нас... Кисть сильно выворачивается в таком случае. И очень проблематично это делать, поэтому используется такой хват. Мизинец ставим на нижнее отверстие. А затем средней фалангой, то есть вот этой частью пальца, мы закрываем, примерно серединой, мы закрываем второе и третье отверстие. Помимо того, что это расслабляет, делает более удобным хват, убирает лишнее напряжение. Это также добавляет некоторых выразительных возможностей, например, ну, ловкости добавляет и позволяет нам использовать такой прием, как слайд, то есть скольжение в переводе с английского. Он часто используется в индийской классической музыке, на вистлах тоже. То есть суть его в том, что мы ноту тут меняем не четко, как сказать, отдельно, да? А плавно убираем палец, как бы проскальзывая, постепенно открывая отверстие. Получается размытая граница между нотами, то есть такой более певческий, более распевной, певучий характер звучания, когда нота не четко меняется, а как будто певуче, так как голосом. С голосом сложно, наоборот, такие четкие границы создать. На флейте легче четкие границы, но сложнее сделать плавные. Так вот, ну, мне удобнее на маленьких, ну, не на самых маленьких, но на средних флейтах использовать этот же хват. То есть мы ставим мизинец на нижнее отверстие, второе, третье закрываем фалангами. Так это выглядит.
Другой вариант это так. Ну, это более такой новичковский, скажем, вариант. Ну, и также он может быть удобен на очень маленьких флейтах, если там расстояние между отверстиями уже маленькими, у нас два пальца плохо помещаются, мы как бы подушечками там пытаемся пальцы поместить. Ну, вначале, если мы более-менее... Ну, если у нас не хватает даже пальцев на все отверстия, поначалу растяжки пальцев не хватает, это со временем пройдет, особенно в течение первых 2-3 недель очень сильно разрабатываются связки, растягиваются, и становится намного удобнее играть. И если мы до каких-то даже отверстий вначале не могли дотянуться, этот момент налаживается. Так, вначале, насколько у нас хватает удобства, как бы мы отрабатываем разные движения, пробуем разные ритмы, разное дыхание. Дыхание также можно делать отрывистым, артикулировать звуки. То есть не просто дуть, а, например, как будто проговариваем букву Т, звук Т. Есть вот так это будет звучать. Также звук Р, ну, либо такой гортанный Р, либо языком Р, тоже сильно влияет на звучание. То есть вот гортанный, вот языковой. Языковой более четкий. Что я сейчас делал? У нас во время игры на Висле в этом канале, который воздух доставляет от наших губ к срезу, у нас накапливается там от дыхания влага, то есть конденсат. Воздух влажный у нас выходит, и там образуется жидкость в канале в этом, как капельки такие они. Мешают воздуху проходить свободно и портят звук. То есть мы просто продуваем этот канал, но чтобы при этом, если я просто дуну свисток сильно, у нас будет очень резкий громкий звук. Поэтому я ставлю палец на... Загораживаю частично окошко наше. То есть вот это место свистка, где самый кончик среза, оно очень хрупкое, старайтесь на него никак не воздействовать. Если оно повредится, звук может испортиться. В данном случае тут довольно большая высота защиты есть, в отличие от пимака, но все равно обозначаю этот момент. Мы просто закрываем частично наше окошко, достаточно вот так загородить пальцем даже, и уже не будет такого резкого звука при сильном продувании нашего канала. Вот, если я палец вниз поставлю, будет примерно так. Продули, то есть влагу удалили из нашего канала. Все, звук уже намного лучше. В процессе игры вначале он накапливается дольше, потом немножко чаще надо это делать. Ну, вы сможете заметить, когда у вас уже появится достаточно контроля, понимания, вы сможете заметить, когда звук начинает проседать, и вовремя сделать это. Кстати, такой лайфхак для тех, кто пишет музыку или вживую играет на концертах, можно, если у вас не получается полностью там как-то от микрофона отдалиться. Может быть, у вас микрофон здесь. Можно продувание включить в ритм композиции. То есть, допустим, у нас есть какой-то ритм, мы играли. И потом продуваем. И продолжаем исполнение. Чтобы это не было вообще не впопад, мы можем это сделать тоже более осмысленно, этот момент. Потому что часто
Это происходит как-то в отрыве от потока. Ну, можно постараться не выходить из этого потока, сделать гармоничнее. Ладно, небольшое отступление было. Так, что у нас дальше? Можно... Ну, таким образом... Каким-то нотам давая звучать подольше. Какие-то более короткие проходы делать. Делать акценты на каких-то других нотах. У нас начнут возникать уже мелодии, какие-то тяготения. Уже начнутся какие-то получаться что-то похожее на какую-то песню, на какую-то мелодию. В данном видео не буду, я, наверное, ну, могу показать просто какую-нибудь простенькую мелодию пентатоники. Вот. В данной мелодии я использовал такой прием, как частичное закрытие отверстия наверху здесь, такой слайдом полуоткрытия. То есть вот так это звучало. То есть я наполовину открыл верхнее отверстие. Это как модуляция получается от основного звукоряда. То есть полностью открытое отверстие звучит так. И мы уже открыли его наполовину. Это у нас звучит другая нота, то есть натуральный минор вместо лидийского. Ну, в общем, это понятие из музыкальной гармонии, на этом тоже не будем сейчас заостряться. В общем, главное понять здесь, что большинство наших интервалов здесь, кроме вот этого, видео у нас закончилось. Продолжаем. В общем, большинство интервалов, кроме вот тут, где у нас второе, третье отверстие, здесь у нас интервал маленький. И между этими нотами вот это вот место, здесь только одна возможная нотка. В остальных случаях у нас везде интервал большой, и мы можем наполовину открывая отверстие играть другую ноту, то есть которая в промежутке находится. То есть вот маленький интервал. Во всех остальных случаях наполовину можем открывать. То есть вот целый. Вот половинка. Целый. Половинка. Половинки. Но зачастую это создает такие тяготения, если мы рядом с тоникой это делаем, такой эффект какого-то восточного арабского звучания. На этом тоже не будем останавливаться. Вон другие интервалы на половинку. Половинки. Это позволяет нам варьировать, там, модулировать строй, то есть менять тональность, играть какие-то такие... Создавать необычные какие-то акценты. Какие у нас еще есть приемы, например, такой, который использую часто. Мне очень нравится. Особенно вот на верхних, вот на этих двух нотах, где у нас, ну как сказать,
второе, третье отверстие сверху, либо четвертое, пятое отверстие снизу. Ну, рассмотрим в контексте пятого отверстия снизу, второго сверху. То есть вот у нас звучит нота чистая. Давайте с другого немножко начнем. Вот я показывал вот эти половинчатые открытия. Вот половинчатое звучит, целое. Мы можем сделать это также не половинчатым открытием, а вилкой. То есть закрывая, пропуская отверстие, которое у нас звучит, и закрывая за ним следующие два или три. Вот видите, эффект такой же, как от половинного. Вот такой еще способ. Это называется иногда вилками или как ни назови. Суть в том, что понижает также звучание нашего отверстия не полностью. И вот прием, который я начал объяснять перед этим, заключается также в пропускании нашей ноты и закрывании отверстий за ним. И мы даже иногда не на полтона в данном случае меняем звучание, а частично воздействуем вот на тембр и создаем такую вибрацию быстрым движением. В общем, звучит это так. Все, чистая нота. А вот прием вот этот. Вроде бы все приемы я показал. Остается оттачивать навык движения, четкости движения, координации, чувство ритма, развивать. И можно это делать посредством импровизации, то есть, как я люблю это делать, просто беру флейту и начинаю звучать, там что-то получается. Либо можно пытаться играть какие-то мелодии, либо на слух подбирать, либо пытаться что-то более сложное выучить. Как-то. Каждая новая мелодия будет добавлять возможности и понимания какого-то. А, также я не объяснил. Ну, вот есть у нас... Мы сыграли первую октаву, двигаясь вниз. У нас еще вторая октава, а она играется усилением потока воздуха таким же образом, как первая, то есть начиная снизу, но более сильным дыханием. То есть вот можем начать снизу. И вторая. Можем просто продолжить ее от верха первой к началу второй. То есть она играется изменением силы дыхания и еще более точным акцентом воздушной нашей струи. Таким же образом можно достигать более высоких октав, но они уже не будут нам давать четкую гармонию по изменению высоты звучания. Но можем использовать прием как на калюке, то есть закрыв все отверстия, играть вот с этим дальним уже концом флейта, закрывая его, например, об ногу или об пятку или об колено,
и меняя вот то звучание и ритмы, получать такие интересные штуки, как. Давайте напоследок сыграю такую мелодию, которая в импровизации просто появилась однажды, когда я записывал звучание флейты, я просто играл и получилось что-то вроде песенки, я ее назвал Modern Song, что переводится как современная песня. Современная песенка. Ну ладно, в общем, звучать она будет вот так. А, вот вспомнил еще один приемчик. Это такое украшательство, когда мы делаем переход, ну, например, на примере нижних нот. То есть вот я делаю переход, например, от нижней самой ноты к следующей. И я во время этого перехода приоткрываю мизинцем. Тут вот где-то в середине отверстия это или это. Техника также на пимаках часто используется, что создает такое между переходом нот еще один такой коротенький переход, что очень красиво звучит. То есть если мы просто поменяем ноту, будет звучать так, а вот с украшательством, то есть я вот здесь сейчас двину пальцем. Птичий звук. Ну ладно, поехали, в общем. Я уже ушел от темы.
Это был Вистл Соль. С вами был Андрей Лис. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, колокольчики, пускайте. Отпускайте мысли почаще, навязчивые. И не забывайте наслаждаться моментом здесь и сейчас. Намасте. Был рад с вами увидеться. Всех благ, до свидания.